Добрый день, дорогие друзья! Я в перчатках, я на огороде, и я сейчас буду сажать картошку. Способ этот придумала я сама, в прошлом году уже так сажала. Возможно, так никто не сажает, а может быть, тоже кто-то сажает. Вот для нашей местности, для нашей земли, самый хороший способ посадки картофеля. Миша мне перепахал всю землю, я ее выровняла. Смотрите, как ровненько граблями все прошлась, выровняла. Потом палочками прочертила расстояние между будущими грядками, вот этими граблями. Измерили расстояние грабель 30 сантиметров, по два штуки вот так, раз, два, 60 сантиметров между вот этими полосочками будет. В каждую из этих намеченных полосок я буду сейчас укладывать картошку, а потом засыплю ее граблями. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Картошка у меня не крупная, не мелкая, ну как яйцо, как куриное яйцо. Так, кладу примерно через 30 сантиметров по размеру грабель. Вот так. Видите? И пошла. Укладываю картошку. После того, как я всю картошку разложила, я беру грабли и примерно с середины расстояния между двумя этими полосочками землю беру и закапываю свою картошку. У меня уже две полосочки так посажены. Друзья, теперь раскладываю картошку снова в следующую полосу. Вот когда мы ездили к своей бабушке в деревню в Воронежскую область, помогали ей картошку сажать, там наоборот, картошку закапывали в землю. Этот мужчина, сосед, лошадью с плугом проходил и делал бороздку, потом мы туда кидали картошку, потом он следующий заход делал и уже закапывал картошку. А в нашей земле такое не надо. Очень сырая земля, болотистая местность. И поэтому вот этот способ для меня самый-самый лучший. Сейчас я вот это все просажу, закопаю в одну сторону. А потом, когда все, весь огород будет готов, я другой этими же граблями в обратную сторону вот так пройдусь. И у меня уже будут грядки готовые. Во как! В конце вы увидите плоды моего труда сегодняшнего.
Это я уже обратную сторону закрываю картошки. Вот, вот так. От одной грядки иду к другой. Чуть касаясь граблями, подгребаю. Друзья, я закончила посадку картофеля. Вот так у меня получилось. Но сейчас снимать неудобно, потому что тень от дома падает, и половина поля темного не видно. Чуть попозже сниму наше поле. Друзья, ну вот и все. Вечер уже. Вечер наступил. Птичка на проводах сидит, чирикает. Всю ночь поют птицы. Вот такой у нас вечер. Закат такой интересный. Ну и посмотрите, теперь будет все видно, что у нас в огороде сегодня получилось. Вот грядки мои с картошкой. Уже теперь с картошкой. Там фасоль полита. Спаржевая фасоль и белая фасоль. Клубничку полили. Около теплицы чеснок полит. Клубничка из семян выросшая полита. Очень хорошо, кстати, себя чувствует. Мне написали, что кто-то посадил, и она завяла или что там. В общем, пропала. У нас уже вот больше 2 суток хорошо все выглядит. Вот я приблизила, посмотрите. Зеленые веселые росточки на клубничке. Дальше около капусты я посадила горох и полила его тоже. Курочки сегодня молчат к вечеру, петушок не хочет петь вечером. Все, спокойной ночи всем, сказал, за целый день напелся. Так, картошку показала. И вот, вот смотрите, около теплицы, сейчас будет посередине экрана, а вот там были заросшие грядки, с которыми мы боролись. И вот они сейчас как выглядят. 2 грядки длинные получились, метров по 5, может быть и 6. Все, у нас теперь нет заросших грядок. А вот куст спиреи начинает цвести. А это цветет вишня. Вишня зацвела. И с правой стороны тоже цветет. Кстати, компостную кучу сегодня выгребали. Сняли весь верх, а внизу уже все перегнившее. На грядки клали, в теплицу добавляли. Везде. Везде добавляли. Тут на грядках у меня чеснок зашел. Вернее, лук зашел. Тут не чеснок, лук на второй грядке от клубники. А вот, надеюсь, видны рядочки. Уже сантиметра по 3-4 росточки у лука. Вот с этой стороны, с правой тоже вишни цветут. И сливы начинают цвести. А прям по центру яблонька. Но еще не цветут. Яблоки еще у нас. Яблоня не цветет пока. Ни одна. Груши цветут. Кстати, спрашивали, как груша называется сорт. У нас есть груша чижевского и груша московская. Вот я не знаю какая, я уже в них запуталась. 2 сорта разных груши. Ну и мне хочется знать ваше мнение по поводу того, как я сажала картошку. Нравится ли вам такой способ или нет? Мне так намного легче сажать, не копать ее. Граблями чуть-чуть подгребать и все, чтобы картошка была накрыта. Там Слава все ходит, владения свои обходит. На сарай смотрит, зашли ли куры или нет. На ночь мы их закрываем, трап их, эту лесенку, закрываем там окошко, и все, чтобы ночью к ним никто не залез туда, в сарай. Все, пошел закрывать, послушал, посмотрел, что курочек нет в вольере, пошел закрывать сарай. У нас сегодня очень жарко было, больше 20 градусов. Смотрите, там вот в небе самолет летит. Сейчас сфокусируется. Вот. Самолет летит. Вечер. Тихо. А всю ночь уже соловьи поют, между прочим, у нас. Вот идет наш все, хозяин загнал. Домой. Что? Загнал кур. Загнал кур. Наработался наш хозяин. Идет домой.